на этом, ребята, моя третья танкобиография заканчивается. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А четвертый выпуск будет после 5000 просмотров. С вами был Саша Жигернаут, увидимся. Хотя, знаете, я подумал, почему все время я рассказываю вам какие-то свои похождения в танках? А не дать ли вам возможность высказаться, чтобы именно вашу историю услышали тысячи? Да, серьезно, ребята, организую-ка я конкурс. Конкурс будет называться «Моя танкоистория». В общем, вам не надо будет пересказывать абсолютно всю биографию, как это делаю я. Вашей задачей будет снять двухминутное видео, где вы рассказываете о ваших лучших похождениях в танке онлайн. Любую историю, которая будет интересной. Но если у вас нету такой возможности снять видео, или вы стесняетесь, вы просто можете написать художественно оформленный красивый текст мне на почту. Ошибки мы будем тоже учитывать, так что, ребята, полистайте учебник русского языка перед написанием. Трем лучшим работам я зачислю 25 тысяч крестов. Но остальным участникам, кто участвовал, но у него, ну, работа не была достойна выигрыша, мы начислим по 5000 кристаллов, и получается, в нашем конкурсе проигравших просто не будет. Срок приема работ будет 2 недели, присылайте мне их на почту, почта будет в описании. А лучшие работы я выложу в следующем видео подведение итогов, которое выйдет через 2 недели. Увидимся!